Всем привет! С вами Спанч Боб и Мистер Берси, который уже начал давно очень. И я играю сегодня в игру под названием Intrusion 2. Что, правда? Правда. И я... И чё? Интересно мне продолжать начать игру. Ну ладно, покажу свой сейф. Короче, в этой игре вы... Бам, блин! Вот ты прям всегда вовремя! Как? Блин, что, ты снял? Ты это вырежешь. Что вырежу? А, то есть ты ничего не слышал? Я только слышу. Да ты все равно это вырежешь. Потом посмотри, когда монтировать будешь. Я не умею это вырезать, поэтому я это не вырежу. Я не вырежу. Хорошо. Ладно, если что, ничего страшного, даже если вы заметили, что там мне говорили. А что ты заорал? Вот реально скажи. Ну, ничего. Я кто-то убил его, да? Я сказала, выключай компьютер. Я говорю, ты как всегда в нужный момент. Окей, значит, вы играете пиксель. И судите строго, пацаны. Окей, значит, вы играете пиксель человеком, у которого есть такое оружие, у которого есть бесконечные патроны, но есть пистолет, у него есть еще какая-то фигня. У него есть еще какая-то фигня, у него есть еще какая-то фигня. И у него, и вот это мое любимое оружие будет. Вы играете, он пиксельный, да? И у него есть шарф, 3D-шарф. Да, 3D-шарф. А я Фростбол. С золотыми ботинками. Я божественный. Дизлайк от Фростбола. О, господи. Нет. Тогда разрушатся стереотипы. И летсплейщики перестанут снимать видео. Мы убиваем таких тоже пиксельных человечков, там еще есть много. Там еще есть боссы в этой игре, бла-бла-бла. Эта игра должна быть очень хардовая, я вижу, что она очень хардовая. Хардовая. О, пачан. Сейчас убью. Пачан, убей пачан. Если у меня будет место, чтобы засесть до конца, будет следить своим правцем, если у меня кончится место, то я не знаю, что сделать. Расстрелять! Пачанов. Прыгаем вниз! Ай, что за звуки у тебя такие? Ой, 3D моделька, ненавижу. Сюда иди. А, тут пачан, он меня... Блин, он меня слил. Сам гелюлаука. А с вами был мистер Берсер и Спанч Боб, и моя сирена это наканчивается. А моя нет. Лол. И если вам понравилось, ставьте лайк. А прокомментируйте, подписывайтесь на канал. Посоветуй мой канал, пожалуйста, дай закончить. Посоветуйте мой канал, пока всем. Зовите друзей, подписывайтесь на Спанч Боба. Всем пока. Участвуйте в конкурсе. Вот. Пока. Господи. Господи, это был какой-то слишком позитивный летсплей. Да, я еще не знаю, не закончу снимать, поэтому можно. А, ты еще не закончил же? Ага. Точно же. Я еще снимаю. Ай, молодец. И все тебя слышат сейчас, возможно. Ай, молодец. Кто смотрит мое видео? Он видео все подруг никто не смотрит. Ай, молодец. Вау, что мне молодец, что видео никто не смотрит? Да. Поэтому ты, ай, молодец. Поэтому я, ай, молодец. Меня пытается убить какой-то вот такой. Ай, молодец, робот. Который стреляет метко. Ай, молодец. Но видео это будет завтра. Жди. Я знаю, что видео будет завтра. Молодец. Меня почти как-нибудь все убили, но меня еще не убили. Ай, молодец. И этот робот пытается меня убить, защищаясь какой-то палкой. Ай-яй-яй. Я единорог, на самом-то деле. А я не знал, что ты единорог. Я думал, ты жираф. Ау. Блин, да хватит эту штуку брать. Я вам начну... Ай, с начала? И я хотел бы, ну, смотрите, как... То есть у тебя сборка слетела фоя джекейская, да? Да, и мне нужно как бы... Либо я поставлю тигровскую сборку уже на лицензию.
Уже знаю, такой Майнкрафт. Дай скажу-то! Вот, уже на лицензию Майнкрафта поставлю сборку полосатого тигра, уже на ней буду играть. Твоим оружием выстреляет. Да, я понял, что ты... Нет, я подыхаю. Опять. Почему пинай? Нечестно, кажется. Знаешь. Ах, чеси, что будет всего гранты будет? Да. Желаю бы получше. Вау. Not bad. Ау, я умер опять, ныне! Рандом форм, сказал, рандом форм. Мистер Бессер, кажется, отошел. Потом оказывается, что он не отошел. Я могу стрелять через стену, очень-то. Такой сильный. Мы все мои патроны потратим. Офигеть. Умри. Ау. Ай, я должен всех убить. Ау, ну честно. Не охуять. Ау. К счастью, на съемку. Мне кажется, это будет недолго. Ой, такой. А, обзорчик небольшой этой игры. Ой, которую, конечно же, обозревал. Печалька. Но зато я могу на тур поехать. Это чекпоинт. Только сохранение по-русски. Ладно, думаю, мистер Бесси уже не придет. Поэтому можно гореть без него. Ай-яй-яй, как будто есть, да? Да, как будто. Но это пробуем, как бы, убить, как бы. Я не собираюсь решать, что это попробую. Я тут не так, как бы, заодно. Вау. Я не знаю, что там торбирует, потому что я пока не с микрофоном, но я думаю, что там где-то слушаю. Да, прикольная физика, которая в этой игре. Как его убить? Вот, умирать или нет? А я в ловушку закинул, все, он теперь сюда не будет. Вау. А нет, будет оказываться. Ай, попал. Нечестно. Все, он умер. Ну ладно, пойдем дальше. Прикольно было. Не знаю, буду продолжать ее. Но если я буду продолжать, то, наверное, с самого начала. Ну, хотя нет, наверное. Не знаю. Та игра довольно-таки хардовая. Не знаю, хардовый, наверное, двое. Вряд ли. Я что-то не понял. А что тут надо сделать? А на этом все. Конец игры. Это было уже все. На самом-то деле я тут был. Ха-ха-ха. Ты тут вообще? Да, я тут, и я, кажется, я тут вообще. Так, у нас... Так, пойдем, куда нам нужно идти? Я даже не знаю. Всем привет, с вами Ложка. Я пошутил. Ахаха, как смешно. Тоже так думаю. Я тоже так думаю, что это очень смешно. Best шутка ever, мать. А yes. Нет, я падаю. This is fucking awesome. Шок, you, сестра you Позитифона. In прикиньте, что, пацаны. Сестра Позитифона тоже снимает летсплей. Ой, это так круто. Правда, канал не знаю. А ты в курсе, что
Не знаю. Какие игры собираешься снимать, кроме Майнкрафта? Ну и как бы, который еще не выходи на канал. Твой. О. Что? Какие там будешь снимать игры, которые не выходи еще на твой канал? Ну, во-первых, это Зив. Сив. Чиф. Вор. Короче. А потом это будут какие-то симуляторы. Ой-ой-ой. Понял, симуляторы. Ну и какие-то шутеры, возможно, новые. Ну точно не Battlefield, потому что у меня нет денег на Battlefield. Одни нельзя спиратить просто. Ну нет смысла пиратить Battlefield, потому что. Я спиратил. Что, правда? Правда. А чё, откуда ты спиратил? С NL Club. Короче, всё, давай. Мне как бы спать надо. Ладно, ба. Давай. Не-не-не. Ну да, я спиратил. Я спиратил Battlefield. Я должен быть плохим человеком. Ну, согласитесь, каждый из вас, наверное, когда спиратил. Опять любимая штука. Я её ненавижу очень сильно. Ну ладно. Так, ну, давайте ещё одну смерть. Я думаю, хотя... Как получится. Я её штуку, да. Липает к себе, это очень плохо. А, буду писать, считать. И патрончик, короче. Патрон не бесконечный, как все хочется. Оружие, кроме пистолета. Пистолет так себе оружие. Это хорошее оружие против обычных противников, так говоря. Но, наверное, даем очень мало патронов. Давайте-таки 3D все сделаем, давай. Ну, у нас не слишком много вещей, которые может быть, но камни давай себе. Больные вещи. Ай, уяй! Я не имел... А, я уже нажимал, ничего. А тогда уже один конец нашей всем пока. А хотя нет, еще. Хотя бы его убили. Уже не похуй прогресс. Чекпоинт там рядом. Это ж... А, это другое оружие. Ну, нет смысла использовать, наверное. Ладно, пошли. Мне кажется, мы его миссию так проходил. Не сохранилась на предыдущей на миссии. Ладно. Хотя, не знаю, не очень-то... Вот только знакома была одна миссия. Надеюсь, тут нет рыбы. Не, рыбы тут нет, конечно. Смотри! И! О, и! А-а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 -